Неиспользованные поездки не сгорят, действие льготных проездных продлят. Городская администрация подготовила проект постановления о новом продлении срока действия льготных проездных документов в связи с режимом повышенной готовности из-за коронавируса, сообщает бизнес-класс. Напомним, что 8 июня уже было пролонгировано действие карт, срок которых завершался 14 июня. Теперь речь идет о более долгосрочных тарифах. Предполагается, что с 1 сентября продлят безлимитные проездные со сроком действия на 3 месяца и на 1 год. В список попадут карты, пополненные до 28 марта, то есть до введения режима повышенной готовности, и не продленные 8 июня. Срок действия увеличится на количество дней, которые проездной не использовался. Кроме того, часть проездных документов предлагают пролонгировать повторно. Это произойдет, если с момента продления 8 июня по карте не совершено ни одной поездки. В таком случае с 1 сентября неизрасходованные поездки сохранятся, а срок действия проездного увеличится на то время, в течение которого он не использовался. Проект постановления сейчас проходит экспертизу. Как и в прошлый раз, владельцам проездных никуда ходить не нужно. Их продлят автоматически в беззаявительном порядке.